Познакомиться с любимыми актерами, посмотреть за кулисье. В День театра для своего зрителя драма приготовила много интересного. Желающих прикоснуться с миром театра оказалось немало. На мастер-классе по изготовлению бутафории и сувениров даже не всем хватило заготовок. Были у нас уже заготовлены полумаски, вот, как основа. Наши любимые зрители пришли, раскрасили их, наклеили молды. Вот, и выбрали, ну, собственно говоря, способ оформления сами, да, и вот мы им просто помогаем. К сожалению, я пришла поздно и не успела сделать корону или что-то другое, потому что материал закончился, но это все равно тоже было довольно-таки интересно изготовлять. Вот, можно было креатив включить, а не просто раскрасить, добавить какие-либо узоры и даже перья. Артисты встречали гостей по всему театру. Экскурсию по зрительному залу проводил артист Антон Кирков. Рассказывал про сцену. Чтобы вот именно зритель, который в основном всегда смотрит из зрительного зала, вот все действо. И какие-то, ну не все, конечно, тайны открыть ему. Потому что все равно загадка должна присутствовать, вот этой магии театра так называемой. Ну вот хотя бы чуть-чуть приоткрыть завесу, что, как все устроено. Пока одни наслаждались показами фильмов, другие аплодировали в экспериментальном зале. За целый день в театре провели 12 экскурсий. Первая группа прошла, и меня не узнали, но они как-то так слушают, и потом мне говорят: а вы так вот как-то говорите, да, вы давно работаете здесь в реквизиторском цехе? И зрители другие рядом говорят: да это Тимошенко Эдуард, он уже столько лет в театре, он актером работает. Я говорю: спасибо, что узнали. Очень было смешно, конечно. Мы вот приходим, зрители, да, и кажется, что... ну, все легко, просто так, все со сцены посмотришь. Все такие красивые. А что, такой коллектив, сплоченный такой, как говорится, все это подготовил, чтобы все это случилось. В общем, интересно. Нас много чем удивили. Мы прошли экскурсию по закулисью, вот делали на мастер-классе маски с ребенком. Все очень понравилось, и мы очень рады, что провели так день. Довольны остались все, и зрители, и актеры, даже несмотря на то, что праздник свой провели на работе. В свой праздник мы продолжаем работать. Вот, ну, мы сами, актеры, выбрали себе такую профессию, поэтому все отдыхают, а мы работаем. Работаем для вас. Для вас, зритель, дорогой наш зритель, приходите к нам в театр. Будем рады. София Яценко, Дмитрий Денисов, «День с толком».